Фастарс. Все в твоих руках. Здесь именно ты указываешь шанс выигрыша. Играть просто. Делаешь любую ставку от 1 рубля и выбираешь шанс на победу. Чем меньше шанс, тем больше выигрыш. Нажимаешь «Играть». Ползунок остановился на зеленой полосе. Ты выиграл. Деньги мгновенно можно вывести на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Солнышко. Все, погнали. Прошло еще не так много времени, но вы уже под всеми видео спрашиваете, как там рыбки с Алиэкспресс. Он заказывал рыбки с Алиэкспресс? Живы ли они вообще? Ой, это что? Итак, в прошлом выпуске мы купили на Алиэкспресс живую икру, из которой всего за несколько часов вылупились живые рыбки. Они очень маленькие и по неопытности наелись скорлупы от рачков, которыми мы их кормили. Видите у нее внутри эти шарики? Они не могли выйти из рыбки, пока она маленькая. Но со временем рыбки подрастали и выкакивали эти шарики. О, а что это за шарик? Это скорлупа или что? Каждый день Рам, надо... Рам, я поищу сама. ...было заменять 10-20% воды на свежую. И вместе со старой водой мы... Нашел? Нет, куда она могла пропасть? Я поищу, я найду ее, 100%. Немного выкачивали и глину, в которой поначалу хранилась икра. Что за глина? Как они это делают? А, поняла, у них насос. Потом посадили несколько водорослей, чтобы рыбкам было уютнее. Что? Видел, например, такой маленький камень, когда садилась? Нет. Не видел? Нет. Что он сказал? Рыбкам было уютнее. Что он сказал, там рыбка? Вау, как уютно. Как они их вообще замечают, когда снимают? Через 2 недели рыбки уже... Ну, дымоход очень бестактно и грубо пошутил надо мной. Это очень некрасиво. Я вам об этом сказала, поскольку мы сняли этот выпуск. Но я отношусь к нему хорошо, но этот пух меня немножко, да, дернул. Заметно подросли. Звоночек. Всего у нас 4 рыбки. Но 2 из них почему-то росли быстрее 2 остальных. Хотя аппетит был хорош у всех. Но одна из них заболела. Видимо, чем, у нее что-то случилось с плавательным пузырем. Рыбку это постоянно чё? Тянет на дно, и она сидит там как сомик. Напишите в комментариях, если кто знает, как ее можно вылечить. Интересно, там написал кто-то или нет? Сейчас Но чекнем. Если приходит время покушать, то она плавает, как и остальные. Может, она просто ленивая? Кстати, недавно у нас вылупилась еще одна маленькая рыбешка, но мы ее пока маленькие. Не пускаем к остальным, так как большие рыбки могут ее просто съесть. Ну так она же будет расти так же, как они, типа, и в итоге те вырастут еще больше, чем она будет, и они никогда этого не пустят. Потом мы купили вот такой темный песок и заполнили им свободное место на дне аквариума. Мне бы хотелось себе каких-нибудь рыбок, на самом деле, у меня никогда в жизни их не было. Та рыбка продолжала сидеть на дне. Возможно, она действительно превращается в сомика. Сам сомик. Чтобы насытить воду кислородом, мы купили вот такой компрессор. И иногда помещали его в аквариум. Ну что, это сомик там до сих пор? Если вы помните, то мелких рачков мы разводим в очень соленой воде. И чтобы не добавлять эту соленую воду в аквариум, вначале мы промываем этих рачков в пресной воде. Дальше подставляем Офигеть, свет, не маленькие. Чтобы они собрались в кучку. И уже тогда даем их рыбкам. Думаю, что такой Капец. Корм уже слишком маленький для них. Возможно, надо пойти в зоомагазин и купить живой корм покрупнее. Живой корм? Так как они хищники и сухой корм есть не хотят. Рыбки заметно подросли. У них отрастают достаточно большие верхние и нижние плавники. Думаю, в ближайшее время... Вы когда-нибудь трогали рыбку? Рам, ты трогал рыбу? Да. Живую? Да. А вы трогали рыбку живую? Я не трогала. Рыбёшки начнут приобретать цвет, и мы увидим, как они будут выглядеть, когда вырастут. Наикнула? Даже не верится, что из пакетика глины с Алиэкспресс мы получили вот таких прекрасных живых рыбок. Пакетик глины с Алика. Мне кажется, что на самом деле ему платят типа челы с Алика.